Специальная литературная премия для молодых писателей и поэтов появится в Казахстане. Учредить ее планируют со следующего года. Об этом стало известно на заседании Республиканского общественного совета «Мирас», который работает при партии «Аманат». Участие в диалоге приняли депутаты парламента, члены правительства, общественные деятели и представители интеллигенции. На встрече детально обсудили развитие национальной культуры и искусства. По словам исполнительного секретаря партии, в планах аманатовцев в этом году провести несколько тематических мероприятий. Помимо традиционного айтыса «Алтын Домбра», в этом году мы планируем провести айтыс «Бабалар Аманаты». Также в этом году страна отмечает такие знаменательные даты, как 150-летие Ахмета Байтурсынова, 125-летие Мухтара Ауэзова и 120-летие со дня рождения Габита Мусрепова. Партия будет оказывать всестороннюю поддержку в праздновании этих юбилеев. Вопросы повышения конкурентоспособности СМИ стали еще одной ключевой темой заседания общественного совета. В частности, говорили о проблемах, с которыми сталкиваются казахоязычные масс-медиа и совершенствовании правового регулирования СМИ. Председатель правления агентства «Хабар» отметил важность информационного продвижения послания главы государства. В период реализации реформ, озвученных в послании, возрастает ответственность СМИ. Мы все должны приложить усилия для продвижения ценностей нового Казахстана. На пути к его строительству надо провести огромную работу по идеологии. Наши телеканалы готовы разъяснять и анализировать все положения послания президента.